الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, сегодня очень радостный день. Мы находимся в преддверии начала месяца Рамадан. И, конечно же, в первую очередь я всех вас поздравляю с наступающим месяцем Рамадан. Дай Аллах нам тавфик, помощь провести этот месяц в ибадате, поклонении Ему, как полагается держать пост и как можно побольше сделать хороших деяний. Предыдущую пятницу мы знаем, наш гость Сейф аль-Асри, хафизахуллах, очень хорошо рассказал о достоинстве месяца Рамадан. И сегодня, опять же говорить, хотя как бы эта тема не хочется. Почему? Потому что он нам подробно очень рассказал о достоинстве месяца Рамазан. Но хочется сегодня затронуть очень такую тему, очень хорошую, высказывание нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где рассказывается о многочисленных путях совершить хорошие деяния, за которые можно получить воздаяние. И именно связывая наш месяц Рамазан, наступление месяца Рамазан, хочется об этом упомянуть. И это, я думаю, очень актуально тоже. В книге «Риаду Салихин» имам Навави собрал на эту тему хадисы, назвал главу этой, эту главу назвал, дал название «Касрату Турукул Хайр», то есть «Многочисленные пути совершения хороших деяний». И мы, наверное, иншаллах, постараемся запомнить, что хорошие деяния, воздаяние, прощение грехов, когда у человека не всегда бывает материальная возможность сделать много добра, делать много садака, пожертвования, и он думает, у меня нету никому, не могу никому помочь, что мне делать, я не могу много воздаяний получить. Но оказывается, очень многочисленные пути есть, и получить воздаяние, не имея такой материальной базы. И есть огромные пути, многочисленные пути, за которые Всевышний Аллах прощает нам наши грехи. И иншаллах начнем мы упоминать об этом, конечно же. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Юсбиху аля кулли сулама мин ахадикум садакатун». Каждый день, каждый наступающий день, как бы на каждого человека, сколько у нас суставов находится, сколько у нас суставов, где-то, говорят, 360 с чем-то, каждый сустав, с него полагается сделать садака. И 360 суставов, это же огромное количество, и не каждый в состоянии это сделать. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дальше что говорит? Факуллю тасбихатин садакатун. И каждый тасбих, который сделал человек, ему пишется как садака. Тасбих — сказать субханаллах. Факуллю тахмидатин, и каждый тахмид, то есть альхамдулилля сказать, тоже пишется как садака. Факуллю тахлилатин, и каждый тахлил, то есть ля иляха илляллах, она тоже как пишется как садака. Факуллю такбиратин садакатун, и каждый такбир, то есть Аллаху акбар слово, тоже пишется как садака. В амру биль ма'руф садакатун, и повелевать добром, призывать к доброму, хорошему, это тоже пишется как садака. В нахью аниль мункари садакатун, и удерживать от плохого людей, говорит, что если что-то плохое делать, не молчать, не проходить мимо, а говорит, это нехорошо, это неправильно, в этом тоже пишется уже садака. Ваюджиу мин залика ракатани яркахума мин ад-духа, и достаточно из всего этого, если все, что мы перечислили, не смог сделать человек, два раката духа намаза. Духа намаз, мы знаем,
после восхода солнца до наступления обеденного времени. Вот амру биль мауруф, как сказали, то есть повелевать добром, удерживать от плохого, тасбих. Для этого же не нужно иметь большие богатства, для того, чтобы получить воздаяние от садака. Вот такая подсказка от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это достоверные хадисы. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Уридат алейя а'амалу уммати хасануха ва сайиуха». Всевышний Аллах показал мне деяния моей уммы, хорошие из них и скверные из них. «Фаваджатту фи махасини а'малиха аль-аза юмату ан-тарих». Я увидел, говорит, из тех хороших деяний, которые мне показали из моей общины, это убрать то, что мешает на дороге кому-нибудь. Убрать вещь, причиняющую вред проходящим по этой дороге. То есть убрать камень, убрать ветку, которая мешает проходящим. Элементарно, просто мимо не проходим, такое хорошее деяние делаем. «Ваваджатту фи масави и амалиха ан-нухахнату нухамату». И я нашел из плохих деяний, которые совершают люди из моей уммы, это плевок, который кто-то оставил в мечети, не убрав его. Один из плохих, ну, альхамдулла, мы такого, наверное, не совершаем и нету, но, конечно же, в начале ислама мы знаем, что не было ковров, люди совершали намаз прямо на чистой земле, и кто-то мог где-то плевок сделать и оставил вот так. Об этом, конечно же, идет речь. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, пришли люди и сказали: «Я, Расуль Аллах, захаба ахлю дусур биль уджур». «О посланник Аллаха, опередили нас богатые люди, получая воздаяние». То есть, и они сами же перечисляют: «Юсальну накама нусалли». Они совершают намаз, как мы совершаем. «Я суму накама на суму». Они постятся, держат пост, как мы постимся точно так же. «Вайта саддакуна бифулули амвалихим». И то, что мы не делаем, то есть то, что мы не можем делать, они из излишков своего имущества делают садака, и как бы они в этом нас опередили. С таким как бы жалобой, вот таким этим прошли эти люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: «Аваляйса кад джааллаллаху лакум ма тасаддакуна бихи». И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, им говорит: «Неужели нету, разве не сделал Всевышний Аллах то, чем вы делаете садака?» То есть получаете воздаяние то же самое, как если бы вы сделали бы пожертвование, если бы вы были бы богатыми, если, хотя вы этим не являетесь. И точно так же пророк, саллаллаху алейхи вассалам, начал перечислять: «Инна бикулли тасбихатин садакатун», что за каждый тасбих, то же слово «субханаллах» садака, за каждый такбир, тахмид, тахлиль, амру биль мауруф, повелевать доброе, удерживать от плохого, в этом тоже кроется, получается человек воздаяние как за садака. И даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, даже удовлетворение своей страсти со своей супругой, и в этом тоже пишется ему садака. Тут сразу же удивились асхабы и спросили: «Я, Расулуллах, айати ахадуна шахватаху ва якуна лаху фиха аджрун». «О посланник Аллаха, мы удовлетворяем свою страсть со своими женами, и неужели в этом месте тоже воздаяние?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает: «А как вы думаете, если бы вы эту страсть удовлетворяли бы с чужой женщиной, был бы в этом грех?» «Да, конечно, был бы грех, это был бы грех прелюбодеяния». Вот. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Поэтому и точно так же, когда вы удовлетворяйте свою страсть законными, дозволенными вам женами, в этом тоже есть воздаяние, садака пишется». Вот. Вот столько путей, то есть человек не ограничен. Если у меня были бы деньги, я всем помогал бы и получал бы воздаяние, а у меня их нету, поэтому я ничего не делаю и никому не могу помочь, и не могу получать воздаяние. Нет, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам дал хорошую подсказку. Этот хадис тоже передал имам Муслим. И из самого садака тоже, когда мы кому-то даем, ни в коем случае, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не надо думать, что нужно там, например, там 10 тысяч рублей, ну, большую сумму денег, скажем, не будем цифру назвать, большую сумму денег, если отдам, то большое воздаяние имеем. Какую-то маленькую сумму денег считать незначительным тоже, или помощь в чем-то, продуктах будет и так далее, тоже незначительным считать тоже нельзя. И на это указывает хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит:
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Вы не считайте малым, не считайте, что это недостаточным, чтобы вы думали, что этого недостаточно, что это мало, если даже вы встретите своего брата по вере улыбающимся лицом. То есть улыбка, она уже как садака идет. Улыбка просто. Это тоже не считайте низким, ну, не низким, а каким-то никчемным деянием. Это она еще как огромное деяние. Мы и сами знаем, человека увидев, встретив с хрумым лицом или же с улыбающимся лицом, разница какая бывает. Это тоже одно из насихатов нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот очень такой маленький, короткий хадис, который передают имам Бухари и Муслим, но такой содержательный. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: من غدا إلى المسجد أفراحا أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أفراحا. Кто утреннее время выйдет в мечеть или же в вечернее время пойдет в мечеть, Всевышний Аллах ему в раю готовит нузулян. Нузулян сказано. Потом имам Навави рахмахуллах поясняет, что такое нузуль. Кульнама гада авраха. Каждый раз, когда он идет эту мечеть, утреннее время будет или же вечернее время. Нузуль. Что такое нузуль? Имам Навави говорит, а нузуль — это то, что готовят, приготавливают из ризка, то, что ставят перед гостями. То есть угощение. Это угощение Всевышний Аллах готовит каждому человеку, который идет в мечеть, для того, чтобы там не только вот имам Сиддиқи рахимахуллах, там шарх этого хадиса говорит, не только для того, чтобы совершить намаз в мечеть идет он, а идет в мечеть для того, чтобы зайти в мечеть и находиться в мечети с намерением и'тикафа. Идет в мечеть, конечно, естественно, и для совершения намаза тоже. Идет в мечеть для того, чтобы читать там Коран. Идет в мечеть для того, чтобы он получать там знания. Столько перечислений идет с такими намерениями, причин нет, что нам приходить в мечеть. И за это каждый раз Всевышний Аллах в раю уже готовит угощение, которое мы, иншаллах, увидим, когда попадем в рай. Дай Аллах, чтобы мы оказались в тех числа. Вот поэтому это тоже одно из побуждений, вот, особенно в месяц Рамазан, который мы знаем, больше таунта, больше ибадата, больше чтения Корана, больше пребывания в мечети. Помнить, если мы будем помнить, вот этот васфас, который внутри, может, я здесь на улице поставлю или еще что-то, может, иншаллах, этот васфас из нашего сердца уйдет. И вспомнив, когда мы за мой намерение идти в мечеть, уже Всевышний Аллах угощение готовит в раю, как я не могу не пойти туда. Вот. Ну, это, знаете, более, чтобы легче, наверное, понять будет, если мы в каком-нибудь исламском кафе самое лучшее блюдо будет ставить, когда мы заходим в мечеть, мы выходим, она уже там готова. Как будет, да, вот самыми лучшими явствами. Тогда мы более понимать будем. Но это явство, это все, иншаллах, мы увидим, которое Всевышний готовит в раю, иншаллах, в судный день, иншаллах. Вот. Из того же, что пророк, саллассам, который говорит, что не считайте незначительным делание садака, даже маленькую вещь, где пророк, саллассам, говорит, обращаясь к женщинам, о, женщины, вы не считайте тоже незначительным делать садака вашим соседкам, даже если это копыта от барашки. Например, голову копыта же варят, например, от них маленькую вот эту копыту даже отдать, там же мало мяса. Даже это не считайте, говорит, вы, это малым. И для той, которая дает, ну что я ей дам это? И той, которая возьмет тоже, ну что она мне дала, что такое малый час принесла? Поэтому даже вот такое маленькое садака сделать друг другу, это тоже не считайте ни в коем случае малым. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Аль-Иману бил'у ва саб'уна, ау бил'у ва ситтуна шу'батан». Иман, он составляет из себя 70 частей, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. 70 частей. «Фа-ахдалуха кавлю ля иляха илляллах». И наивысшая часть этого показателя имана – это слово «ля иляха илляллах». Конечно, «ля иляха илляллах», если мы не скажем, если у нас нет в сердце этого слова, конечно же, как мы можем быть вообще являться мусульманами? Она на первом месте поставила пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если разделить иман на 70 с чем-то частей. «Ва аднаха имататул аза анитарих». И наинизший показатель имана – это убрать
с дороги что-нибудь, которое причиняет вред людям, которые проходят там. То будь то камень, будь то ветка от дерева. То есть, если мы будем проходить и увидим камень, мешающий проезжающим, проходящим, и не сможем его убрать, пройдем мимо, это будет показателем, что самого низшего показателя веры, имана у нас, значит, нету. Вот, поэтому это, конечно же, нельзя так делать, надо убирать, получать за это воздаяние. И наши праведные салафу салахин, они говорят, когда убирали вот так, они произносили слово «Ля Иляха Илляллах», чтобы самая высшая степень имана тоже и самая низшая, чтобы не оказалось показателем того, что он деяние это делает, что это как бы, ну, самый показатель самой низкой степени имана, они «Ля Иляха Илляллах» тоже говорили, произносили в этот же момент для того, чтобы самая высшая степень имана тоже там же была. Другой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает тоже один из путей получения воздаяния. Однажды, говорит, один человек шел, очень хотел сильно пить, и увидел колодец. Ну, мы знаем, в арабских странах, там, как у нас, речки не бывают, родники на каждом углу не бывают, там за какой-то 100 метров, километров может быть глубокие-глубокие колодцы, но не какая-нибудь речка. И увидел он вот так вот колодец воды, спустился, очень сильно жаждал он, вышел, выпил воду и напился, поднимается, видит, там собака. Она, он как бы дышит так тяжело, видно, что она очень сильно пить хочет. Он понял, он говорит, эту собаку коснулось то, что коснулось меня тоже. То есть она тоже, он видит ее, что она сильно очень жаждует. Он опять спускается колодец, набирает свою обувь, держит ее во рту и таким образом поднимается и поит эту собаку. И это говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, фашакара Аллаху лаху фагафара лаху. И Всевышний Аллах отблагодарил его прощением ему, простил ему грехи за это деяние. И асхабы опять же спросили, о посланник Аллаха, неужели нам и в этих животных тоже что-то, если мы им хорошее сделаем, и за это тоже нам разве бывает воздаяние? «Фи кулли кабадин ратбатин аджрун». Каждая вещь, которая есть жизнь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, есть воздаяние. То есть у нас, конечно, такие случаи, например, зимой бывает, птичкам кормушки ставят. Это тоже мы понимаем, что это очень хорошее деяние. Помогаем этим животным, которые, если так трудные, попали в трудности, голодают и так далее, напоить. Это тоже, в этом тоже есть воздаяние. И еще другой хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Лакад раэту раджулан ятакаллабу филь джаннати». Я увидел человека, который получал райские наслаждения в раю. «Фи шаджаратин катааха мин захри тарики канат тудин муслимин». За что он увидел человека в раю, получающим наслаждение? Всевышний Аллах ему показал. За что? За то, что, говорит, он убрал дерево, которое лежало на дороге и мешало мусульманам. За это. Вот. В этом тоже мы понимаем, опять же, что нельзя считать низким, нельзя считать, что в этом что воздаяние будет, что ли, не будет, что ли. Обязательно милость Аллаха Всевышнего, она велика. Ну, мы, как говорили, есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, где нам подсказывает деяния, за которые есть воздаяния большие, которые мы, может быть, не думали, что в этом столько воздаяния бывает, но есть... Помимо, вместе с этим и еще прощение грехов тоже где есть. Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает такой хадис, где насчет даже омовения. «Иза тавадда аль-абду аль-муслиму аву аль-му'мину фагасала ваджхаху хараджа мин ваджхи куллю хати'атин назра илайха би'айнихи». Когда человек совершает омовение, моет свое лицо, и когда он моет, говорит, стекает эта вода с лица его, с глаз его, каждый грех, совершенный этими глазами, Аллах стирает с него. Когда он моет руки, каждый грех, совершенный этими руками, он прощает. Когда он моет ноги, каждый грех, совершенный ногами, какой грех может быть совершен? Он пошел в то место, где совершалось недозволенное, греховное. Вот. Это тоже грехи ног. Каждый раз, когда он их моет, Аллах стирает грехи этих ног тоже. И точно так же пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ас-салаватул хамс валь-джум'ату иля-джум'ати ва рамадану иля-рамадан мукаффирату лима байнахунна иза чтунибатил кабаир». Имам Муслим передает этот хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: каждый намаз от каждого намаза
до следующего намаза, от пятницы до следующей пятницы, от месяца Рамазан до следующего Рамазан, произошедший между этими намазами и пятничным намазом, и постом месяц Рамазан, месяцем Рамазаном, происшедшие эти грехи Всевышний Аллах прощает, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мачтунибатиль кабаир, когда этот человек остерегается совершать большие грехи. Речь, конечно же, идет здесь о мелких грехах. А что делать с большими грехами? О больших грехах, подчеркнуто сказано, нужно отдельное покаяние делать. И условия есть для прощения больших грехов, это три. И четвертое тоже добавляется. Первое – это оставить грех. Второе – опечалиться, что он совершал этот грех. Третье – намерение сделать, никогда не вернуться к этому греху. Это то, что между рабом Аллаха и Всевышним Аллахом. И четвертое добавляется условие, если он кого-то что-то украл, кому-то причинил зло, вред, чтобы он попросил прощения у этого человека. Вот, как мы говорили, то, что мы тоже совершаем каждый день, какие от этого мы получаем воздаяние от Всевышнего Аллаха. И еще пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, тоже очень, знаете, вот как бы вот очень внимание притягивающий хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аля адуллукум, аля ма ямху Аллаху бихил хатая, ва ярфау бихил дараджат». Не указать ли вам на то, за что Всевышний Аллах прощает грехи, стирает грехи и поднимает степеня? Это вопрос как бы и к нам тоже. Что мы ответили бы? Конечно же, как асхабы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ответили: «Баля, я расуль Аллах». Конечно, о посланник Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает: «Каля, исбагуль вуду аляль макарих». Это полноценно делать омовение, когда это ему трудно делать. Особенно, когда трудно. Трудно когда бывает? Конечно же, у нас зимой, холодной водой или еще по другим причинам. «Вакастратуль хута аляль масаджид». И многочисленные шаги на пути к мечети. «Ва интизару столяти ба'да столяти». И ожидание одного намаза, находясь в мечети, с намерением ихтикаф, конечно же, и ожидание до следующей мечети, находясь же в мечети. То есть это, конечно же, если есть время. Это не так, чтобы там оставил работу, посредством которого он кормит, обеспечивает семью и находится в мечети. Это тогда особенно, когда у нас от этого времени намаза до наступления времени другого намаза нам нечего делать абсолютно. Кроме как, если мы выйдем на улицу, будем пустословить, будем это время тратить зря. Такое время лучше потратить в ожидании следующего наступления, следующего времени намаза в мечети. «Фазаликум рибат». И это есть, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выдержка, стойкость. То есть то, те вещи, которых, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, стирает грехи и поднимает степеня. «Куллю ма'руфин садакатун». Каждое добро садака. Любое добро, которое мы делаем человеку, это уже садака. Это идет уже за него, идет нам воздаяние как садака. И вот так, я половина из того, что в этой главе есть, имам Навави подобрал на эту тему хадисы, я даже не рассказал, их многочисленное. Ну, я думаю, для нас достаточно этого, чтобы месяц Рамазан провести должным образом, не считая, что у нас нет возможности получить большие воздаяния, не считая, что у нас нет возможности получить прощение грехов от Всевышнего Аллаха, поднятие в дорожах. И, конечно же, насчет поста все-таки хочется пару слов тоже сказать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда наступал время, месяц Рамазан, он, конечно же, проводил его более усердно, поклонение Всевышнему Аллаху, чем другие месяцы. Он в этот месяц делал садака, пожертвования, как никогда в другое время. То есть как ветер, сказано, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал садака. Все, что у него было, он все раздавал людям. И это тоже для нас тоже, опять же, если есть возможность, в этом тоже не быть скупым. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал своим асхабам о воздаяние пожертвований, садака, асхабы, бедные, которых ничего не было, это имам Бухари в своем сборнике приводит этот хадис, асхабы что делали? Они же не могли сделать садака. Они, чтобы получить воздаяние за садака, ходили, говорят, на рынки, нанимались носильщиками, грузчиками, и целый день и заработанное все отдавали бедным, чтобы получить воздаяние за садака. Такой тоже выход они находили.
Конечно же, для нас пример еще наших асхабы, пример для нас еще это салафу салахина, праведные предки, которые месяц Рамазан проводили чтение Корана тоже. Были, которые каждый день читал, были там по два раза даже читали Коран в день. Такие, это тоже для нас хороший пример. Конечно же, и невозможно не рассказать хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфус, вала ясхаб». И когда будет наступить день поста у вас, как у кого-нибудь одного из вас, пускай, говорит, он не сквернословит, пусть он не кричит, не гневается. «Фа инсаббаху ахадун ау каталаху фальякул инни саимун». И если кто-нибудь его будет ругать, кто-нибудь будет с ним драться, пусть он скажет: «Инни саимун, я постящийся». Этот хадис имам Бухари Муслим передает. То есть вот пример в этом тоже для нас есть. И, конечно же, в этом месяце нам надо уберегать глаза от того, чтобы смотрели на запретное, уши от того, чтобы слышали запретное, то есть сплетни, сквернословие, говорит о ком-то за спиной. Язык беречь от сквернословия, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, от лжи, от сплетень. И сколько пророк саллаллаху алейхи ва саллям есть хадис, где говорится: «Кам мин саим лайса лаху мин сиямихи илля дома», сколько есть постящихся, а ему от его поста нету, кроме как ему жажды или голода. И сколько есть, которые устаивают ночи, которые от их воздаяния, их ночей, кроме как это бессонница. То есть он так проводит, но выходит на улицу, сквернословит, ругается, дерется, вот так проводит. Да убережет наш Всевышний Аллах от этого, даст нам тавфик, чтобы мы могли этот месяц провести в терпении, в служении Всевышнему Аллаху. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. الصلاة الى الصلاة الجامعة.